Мы ухаживали за ней день и ночь, я и мальчик. Его мать умерла. С тех пор мой сын молчит. Он видел ужасные вещи. Он слышал ужасные вещи. Привет, Джейкоб. Меня зовут Верена. Я собираюсь пожить здесь некоторое время. Я не похожа на остальных. Намного хуже. Сделайте все, чтобы мальчик заговорил. Я постараюсь помочь. Дайте ваши руки. Сильные, как у нее. Полагаю, он слышит голос матери. Или думает, что слышит. Вы ведь не верите в голоса? Нет, сеньор, не верю. Джейкоб не хочет, чтобы вы оставались. Вы ему не понравились. Будьте осторожны. Джейкоб! Джейкоб! Вы видели сегодня ночью. Он стал опасен и для себя, и для других. Джейкоб! Мальчик, причина всех несчастий. Голос существует. Вы спятили. Я должна уехать. Нет. Верена! Она мне приказывала. Помогите. Я хочу уйти.